можете представить, что когда-нибудь наступит такой день, когда водителю не придется ехать на автозаправочную станцию, чтобы пополнить свой бак бензином? Ну или, к примеру, через мобильные приложения любой автозаправочной станции купить хот-дог, кофе или даже получить услуги химчистки. Но современный мир идет вперед, цифровизация развивается. И сегодня с экспертом по цифровизации, IT-архитектором Виталием Пустовойтенко, мы как раз-таки и поговорим о том, как нужно выживать автозаправочным станциям в современном цифровом мире. Виталий, здравствуйте. Добрый день, Виталий. Вот буквально недавно сервис так мы ловили такси вот так вот ручкой. Сейчас же пришел Uber и завоевал весь этот рынок. Казалось бы, что можно было поменять, да, вот в этом вызове такси? Но все перевернулось вверх дном, в буквальном смысле этого слова. Ожидать ли нам на автозаправочных станциях какого-то такого бума? Бума цифровизации. Да, бума цифровизации. Я думаю, да, он уже идет. Даже само отношение к заправке, я помню, когда я приходил на заправочную станцию, стучался в окошко, давал талончик, и вокруг пахло бензином. Да, да, сейчас многие. Мы приходим, и пахнет кофе, и все классно, и все супер. А если говорить про услуги, которые здесь возможны, то я думаю, ну, вполне вероятно, что мы можем здесь, допустим, продать автомобиль и получить номерные знаки, да? Либо приехать на автозаправочную станцию, номер наш виден, камера его отслеживает и говорит, у вас заканчивается через 5 дней техосмотр, мы вам напоминаем, либо у вас там появился штраф, там осталось 2 дня его оплатить со скидкой. То есть почему при въезде на автозаправочную станцию фиксируется все это, да? Вполне возможно, причем в очень короткие сроки это все запустить. Пуш-уведомлением на мобильный телефон. Вплоть до оператора, который с заботой говорит не только добро пожаловать или счастливого пути, а пожалуйста, побеспокойтесь. Это не какое-то длительное будущее? Это все рядом. Что ж, получается так, что автозаправочные станции действительно ждет какая-то такая цифровая революция. То, о чем я говорила в начале программы, это просто, не просто фантазия, это оказалось реальностью. А какие такие вот другие сервисы, пример, вы можете привести? Ну, наверное, ритейл непосредственно, да, когда я могу привести пример того, что в период пандемии, там, я задерживался на работе, тогда мы ошибки внедряли, да, и постоянно вся эта суета была, я хлеб покупал на ЗС. Вот, казалось бы, это сложно было представить. Когда-то, да. Ведь мы все воспринимали автозаправочные станции как киоск с топливом. Да, это было кафе, то есть там можно было покушать. И сейчас, как бы, ну, во-первых, я сам являюсь клиентом, да, Казахойл, и получаю тут сервис, который, ну, который классно, то есть он предвосхищается. Если говорить про цифровизацию, про определенные услуги, то почему бы здесь я не мог бы заказать определенные запчасти, да, вот если есть аналитика по поломке каких-то вещей, почему бы я там не забронил бы очередь в СТО, да, в определенные вещи. Это если мы говорим про клиентский сервис онлайн, если мы говорим про клиентский сервис. А если мы говорим про сервис оптимизации, и что такое цифровизация, это когда все действия понятны, когда мы видим, что заканчивается товар, заканчивается топливо, мы онлайн контролируем за топливом, то есть у руководителя этой информации всегда под рукой, он может правильное решение принимать. Потребности клиента, они определенно появляются, и если мы понимаем, вот я еще раз, допустим, несколько раз, как бывали случаи, едешь по городу, останавливает патрульная полиция, случайным образом проверяет документы, выяснилось, что неделю назад закончилась страховка. Да, или у меня лично такое было, за мной ехала полиция. Да. Почему бы, допустим, я попадаю в точку, то есть АЗС — это та точка, в которой, ну, минимум я раз в неделю бываю. И в этой части все, что касательно меня относительно транспорта и относительно других вещей, я мог бы эти услуги получать здесь. Да, здесь киоск по покупке страховки, минимум приложение, но суть в том, что если бы мне предупредили, там висел бы экран, допустим, над колонкой, над заправочной, я подъезжаю, да, смотрю. Номер 998. Да, да? Я еду в сторону, допустим, в сторону Борового, стоит экран, прочел номер и говорит, у вас на балансе, там, не знаю, 100 тенге, а проезд стоит 200, вам надо пополнить на 100 тенге. То есть, если заправка будет, АЗС будет меня предвосхищать, и предиктивная, да, такая аналитика вперед будет за меня думать, то это классный сервис, я буду еще больше пользоваться такими заправками. Цифровая трансформация сегодня – это краеугольный камень любой программы развития бизнеса. Какие возможности это открывает перед руководителями компаний?
в первую очередь контроль всего. То есть мы можем говорить, что цифровизация вот придет, станут процессы эффективными, да, там вы меньше можете тратить денег и так далее. На самом деле вы денег можете тратить больше, но вы владеете ситуацией, вы увидите, что назревает какая-то проблема, а это, допустим, износ оборудования. Там, если все в цифровой платформе дано, мы понимаем, что через какой-то период закончится срок или выйдет из строя какая-то деталь, там, заранее давайте ее купим, да, и тогда не будет простоя заправки. По персоналу, по чеку, по времени обслуживания, по времени отпуска клиентов, даже по очередности на АЗС. То есть часто бывает как такие... Как в Sony талончики получать? Нет, не совсем талончики, а мы можем контролировать, насколько быстро клиент приехал и заправился, да, вот в этой части. Потому что, допустим, ну, при ограниченном количестве колонок, пусть их 8, или там 4, мы можем пропускную способность увеличить за счет оптимизации даже движения вот в этом зале, да, клиента. Но то есть он пришел, зачастую именно вот в том, сколько клиентов заправляется, срабатывает человеческий фактор. Кассиры могут не успевать обслужить, операторы бегают, не успевают. А цифровизация что? Как она поможет решить этот момент? Цифровизация в первую очередь выявит проблемы где? Вот когда мы понимаем... Допустим, заправки и так знают, что проблема, допустим, вот она, не хватает кассиров. Ну, кассир могут быть автоматизированы, да, мы же можем заправиться вот там. Но ведь люди лишатся работы. Если мы говорим про оптимизацию, то да, ну, эти люди могут работать на других АЗС, и АЗС может быть больше, шире. Либо и, адаптироваться, да? Да, либо адаптироваться к этим процессам. То есть я не думаю, что это приведет тотально к там, сокращению занятости. На самом деле это открывает абсолютно другие возможности. Это как раньше боролись со станками, да, там. Думали, что ремесленники, ручной труд останутся без работы. Виталий, смотрите, если мы сейчас пройдемся по вот трем пунктам, которые я скажу, то как в этих пунктах поможет цифровизация? Это мониторинг качества топлива, это транспортировка и логистика, и это покупка потребителями самого топлива. Ну, давайте начнем с мониторинга качества топлива. Я одну историю расскажу. Я был на одной станции техобслуживания, где мне сказали, не заправляйся вот на такой-то брендовой заправке. Я говорю, почему? У них стоит старое оборудование, старые фильтра, и рекомендовали там два других бренда абсолютно, да. И в этой части я понимаю, что контроль качества топлива и элементарно публичность этой информации просто даст доверие бренду, да, элементарно, что тогда любой, там, даже любой клиент может отследить публичность там, лабораторных каких-то исследований только вот в этом части. Если говорить про сам контроль качества, то цифровизация... Есть датчики, которые даже там на, скажем, на цвет топлива, да, на прозрачность его отреагируют, просто элементарно увидят какие-то моменты, там, сколько примеси, как часто фильтр меняется и так далее. То есть элементарно соблюдение этих процедур, то есть цифра, она подскажет, что здесь нужно вовремя поменять, если оно поменялось, ну и, соответственно, контроль всех. Ну, я точно знаю, что на автозаправочных станциях «Казахойл» стоят именно такие датчики, которые сигнализируют о наличии количества топлива в определенных цистернах. То есть кассир, будучи за операторской, он видит, вот у меня такая-то колонка, она ведет к такой-то цистерне, в этой цистерне столько-то топлива. Допустим, если я сейчас отпущу 5 клиентов, то оно у меня закончится. И то есть и подается уже сигнал на нефтебазу, и привозится уже топливо сюда. То есть процесс этот уже, получается, оцифрован. И он значительно облегчает жизнь нашим кассирам. Это супер, но если бы, допустим, я предположу, да, что это доводилось бы и до клиента, я бы видел, что на этой АЗС топлива меньше, а я проезжаю транзитную АЗС вашей же сети, то я бы заправился на ней, на промежуточной, допустим, там не заезжая в конечную. А то есть вы говорите, что проблема в том, что вы уже заехали на заправку и не знаете, есть ли топливо или нет? Я приехал, его может не быть, но я буквально 30 минут назад проезжал там АЗС, допустим, этого же бренда, да, и там топливо было. То есть если бы меня система предупредила, условно, что я еду там по навигатору, и что мне нужно заправиться здесь, потому что там есть ограничения, это тоже бы определенную заботу мне как, обо мне как о клиенте вызвало. И вообще, Виталий, смотрите, АЗС – это довольно-таки традиционный бизнес. Он всегда был, он есть, он будет. И бензин, он относится к первой продуктовой корзине и будет покупаться всегда. Зачем, в принципе, тогда автозаправочным станциям внедрять цифровизацию?
Ну, в первую очередь, это же все-таки бизнес. У него есть расходы, у него есть доходы, и любой бизнес заинтересован, чтобы больше извлечь прибыль, да. И в части цифровизации она оптимизирует процесс, это один момент. Второй момент – это все-таки маркетинг, это все-таки забота о клиенте. И когда я прихожу сюда и покупаю сопутствующие продукты, это тоже мне доставляет удобство, потому что я не еду в две точки, да, АЗС дополнительно извлекает прибыль. То есть вы поддерживаете это мнение, что АЗС может стать неким третьим местом. То есть есть дом, есть работа, есть автозаправочная станция, где вы приходите, заправитесь топливом, купите товары первой необходимости, не только, может быть, все, что нужно приготовить на ужин, сдадите вещи в химчистку. Я даже рассматриваю тот момент, то есть я был в Японии, и когда мы проезжали, то есть вокруг АЗС, вокруг определенной, да, возникали точки отдыха, точки притяжения. Кемпинги, да? Да, некие кемпинги, то есть я заезжаю на АЗС, оставил машину на парковке, отдохнул в ресторане, там, посмотрел на какой-то смотровой площадке, туристический объект, ну, просто классно. А как вы относитесь к тому, что за счет цифровизации, я сейчас говорю условно, поднимутся цены на определенные товары и услуги на автозаправочных станциях? А почему они должны подняться? Ну вот я у вас и спрашиваю, если поднимутся или да, если то почему, а если нет, то... Ну, нет. Увлекаться сплошь цифровизацией тоже вредно, да, мы можем на каждый товар помешать RFID-метку, сложить в корзину, принести корзину, он сразу мне считает цену, не надо проходить определенную процедуру, но она излишней, да, и в этой части, наоборот, цифровизация – это тот инструмент, который делает бизнес win-win, то есть мы, да, тратим на цифровизацию, цифровики тоже на этом зарабатывают, но они много дают оптимизации самому бизнесу. Но с другой стороны, содержать штат вот этих вот цифровиков, которые работают на цифровизации, это же тоже очень накладно? Или не нужен там такой большой штат людей? Это может быть аутсорсинг, когда вы покупаете услугу условно за 1000 тенге, которая вам дает оптимизацию вашего бизнеса на 2000 тенге. То есть вы всегда в выигрыше. То есть без этого вы бы потратили, ну, в смысле, вы тратя 1000, экономите 2 и всегда в плюсе. А если, допустим, заправки не перейдут на цифровизацию, что будет с ними тогда? Ну, мне кажется, будет меньше клиентов определенно. И как только поток клиентов сокращается, выручка падает, им либо придется демпинговать в цене, да, там делать практически по себестоимости. И ну, мы много видели бизнеса, который не оптимизировался и закрылся. Виталий, если мы сейчас с вами пофантазируем, какие цифровые новшества в фантазиях вы можете предполагать, все что угодно, можно внедрить на АЗС, и какие функции вы бы хотели видеть? Может быть, вы бы хотели видеть кассиров роботов или операторов роботов, там, ну, операторов собачек, к примеру, да? Ну, я все-таки тот человек, который все фантазии, да, близко к реальности держу. Я бы хотел здесь, именно, наверное, на заправках «Казахойл», через там, полгода, год или через пару месяцев, приходя, чтобы я получил информацию о том, что что-то у меня не то с автомобилем, мне надо пройти техосмотр, элементарно, да, заканчивается страховка, я купил здесь, если бы я на АЗС смог продать автомобиль, получить новые номера, или купить автомобиль, получить новые номера и уехать, это было бы вообще супер. Кстати, вчера буквально мы разговаривали с генеральным директором V-Life, и он сказал, что совсем скоро в мобильном приложении V-Life, это бонусная система Казахойла, появится возможность покупать и продавать автомобили. То есть буквально вот то, что вы говорите, можно приехать на заправку и продать свой автомобиль. Самое главное, если здесь, в цифровом формате. Да, если здесь будет какое-то подразделение ЦОНа, маленькое-маленькое подразделение, когда я физически... То есть все это классно проходит, но физически я должен получить техпаспорт, автоцон. Техпаспорт должен получить и получить номерной знак. Да? Если бы я это получал здесь, это было вообще супер. Очень здорово, Виталий. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. С вами была Селя Лимханова. До встречи в эфире телеканала «Атамекен Бизнес».